Комментарий по игре. Веселая игра получилась. Ну, игра как настоящее дерби. Два клуба, представляющих Ставропольский край. Как бы что хочу по игре. Как бы не знаю, ребятам доводили, что игра как бы принципиальна с хорошим соперником. Вот, приблизительно в турнирной таблице одинаково идем. Но эти игры — большая подоплека к этим играм. Вот. Как бы в целостности по игре, да, как бы мы сегодня добились ничьи, да, но футбола не было. Вот плохо, что не было игры такой, которую мы показывали на протяжении вот этих трех игр. Понятно, что соперники чуть другие были, но сам факт, что не увидели. Но только слова благодарности ребятам, пообщались в перерыве. Как бы слава богу, что они услышали наши слова. При счете 2-0 мы уходили на перерыв во втором тайме. Отыграли эти два мяча, проявили характер. Ну вот за это ребятам огромное спасибо. Молодцы, молодцы. Как бы ни было, одно очко с выезда, я считаю, что это нормально. 4 тура мы идем без поражения. Это уже говорит о том, что коллектив у нас хороший. И наконец-таки мы начали, помимо хорошей качественной игры, и добиваться результата. Это радует. Есть вопросы? Все, спасибо. Спасибо вам.